В Одессе и регионе начался сезон клещей. В связи с сезонным повышением их активности медики настоятельно рекомендуют придерживаться правил поведения. В парках, лесах и просто на открытой местности нужно носить одежду, которая закрывает руки и ноги, а также головной убор. Хоть клещи и являются переносчиками инфекционных заболеваний, последние годы случаев заболевания клещевым энцефалитом в нашем регионе не зафиксировали. Врачи напоминают, что при обнаружении на себе клеща необходимо срочно обратиться в поликлинику и не пытаться извлекать его самому. Вот там клещи и так дальше. Мы любим сразу, надо обязательно залить маслом, чтобы он там без доступа кислорода, он погиб и так дальше. Не надо это делать. Если у вас нет опыта вынимать клещи, то лучше не делайте это. Лучше обратиться к врачу. Первый – это семейный врач. Если его нет, вы можете обратиться к врачам-хирургам.